Участок улицы Ангарской до перекрестка с улицей Чкалова. Проезд по этой дороге для транспорта то открыт, то закрыт. Жители никак не могут прийти к общему решению. Эта вот, которую мы дорогу хотим сейчас соединить, она была испокон веков открыта. Все в круговую через нас, через вот этот огромный аппендицит уходят вместо того, чтобы напрямую уходить. Мы против этой дороги только по той простой причине, что мы будем заперты в своих домах и в своем многоквартирном доме из-за того, что будет постоянное движение. Мы против вообще прокладки здесь дороги. Вместе с жителями решение проблемы искали чиновники. Выслушав обе стороны конфликта, комиссия обошла ближайшую округу и на месте попыталась выяснить наиболее выгодный для жителей и автомобилистов маршрут. Будут просчитаны варианты либо сделать дорогу и открыть проезд по Ангарской до Чкалова, либо пустить транспорт к Братской по улице Чкалова. Конкретное решение будет принято после того, как будут просчитаны все варианты. Татьяна Елисеева, Леонид Рыбников. Наше время.